Красного Креста. На этот праздник прибыли почетные гости. Разрешите предоставить слово заместителю. Любое время, какое бы ни наступало в истории развития нашей, люди, которые наделены удивительной душевной щедростью. Хочется отметить, что в 2011 году эта организация района деятельность Красного Креста начиналась в рамках российского создавали общины сестер милосердия Красного Креста. Осуществлялась деятельностью российского Красного Креста. Именно это. Проводится выдача малоимущим людям. Акция «Пасхальная неделя» мы выдавали, 50 подарков развозить. Жители нашей Валуйской земли к вам обращаются? Ну, когда 4, когда 5. Мы потом да, вот, загорелся все. Это сделано.